Вот продолжаем еще до завтрака 27 июля. Игнатий Иванович уже позавтракал 6 часов. И тракторист тоже позавтракал. Вот. И вот сейчас тут. Вон там вот. Да-да-да. Тут такой бурый. Бурьян такой растет. Вот он едет. Сейчас он тут проедет. Тут у нас вот небольшое озерцо. Ну как озерцо, пруд. Матушки называем его. Он уже на больше половины высох. Наполняется только дождями. Что он не глубокий. Этих нету. Ключей нету. Здесь даже хрен растет обильно. Это для него ничто, как говорится. Прошелся везде. Что, Игнатий Иванович? А, убрать камни эти скидать. Все, закончим. Интересно сделать. Нет, сегодня 27 июля. Вот здесь вот решили убрать деревья, глину, все это. Да, видимо, серьезно. Придется ему здесь поработать. Окрестности отсюда, это матушкин дом, вот Игоря Глушкова дом, там его куры пасутся, потом мы все тут пилили, Роман Малыш помогал нам спиливать.
опустил, похоже, а так гнилое, а то поднимет. Это я понимаю.
дальше отсюда, но вот этот угол сразу срезаете, а он, главное, в корне, и вы на корне становитесь трактором, их не оторвать. Посмотрите, вот он уже край, вы сразу срезаете и близко подходите, может отсюда-то довануть будет туда, у него в корне туда разошли. Отсюда заехать, и вот это вот все, и там все равно зима там нужна будет. Подрывать, когда подойдет.